Кунгуре появится свой сад памяти. Город решил присоединиться к международной акции, приуроченной к юбилею Великой Победы. 75 деревьев будет высажено в центре города рядом с Соборной площадью. Сегодня на предполагаемой площадке побывали исполняющие обязанности главы города Олег Лихачев и начальник управления городского хозяйства Антон Белоглазов. Сейчас в этом месте произрастают стихийные заросли, которые планируется вырубить. Какие именно деревья будут посажены в рамках акции, окончательно не решено. Скорее всего, это будут фруктовые растения, яблони или груши. В рамках открытия планируется установить специальный знак «Сад памяти».